Всем привет, ребят! С вами Федо ТВ, и сегодня мы будем выживать. Ну, это будет выживание необычное. Это будет типа как мое видео Суперкрафт, но будет называться Суперкрафт 2. И получается, все будет по вашим просьбам. Вы пишите в комментариях то, что вы хотите, что я выполнил. А я выполняю это. Договорились? Договорились. Сейчас я создам мир и уже окажусь в нем. Ну вот, ребята, я уже в мире. Ох, кстати, семечко. Сейчас докажу, что в настройках я ничего не менял. Говорю. Вот, покажу, что читов никаких не включено. Пролистаем. Сейчас только загрузится, ждем. Лагает жестко. Выживание. Нормально. Участник. Читы. Не включены читы. Выходим из настроек. В комментарии, и я буду выполнять. Говорю, что я вру. Я не буду их помнить. Против ваших комментариев. А с ней напишите, я сам себя не придумал. Кстати, пишите, какие вы еще рубрики хотите на моем канале. Может там поснимать стендов, FM Mobile, папка. Ну, у тебя папка вряд ли. Я буду с вами. Сегодня будет. Там, не знаю. Думаю. А можно вообще ежедневно стану стримить. Если вы хотите. Можете смотреть мой стрим вам летплея, можете на YouTube канале. Кстати. Омлетплей Федор ТВ. Если что. Смайлик. Все. Прям смайлик. Ну давайте курицу грохнем. Я хочу. Где пчелы есть. То сейчас его уже нашу. И да. Ребята, что? О, тут еще и лава рядом. Ну, вообще идеальное место. Но мне портал в ближайшее время уже будет. Только на железо найти. Я быстрее лаву нашел, чем на железо. Даже быстрее, чем... Нет. Еще урод. Если маленький, красноглазый. Шестоногий урод. Шестоногий. Шестиногий. Бля, шестиножно. Короче, плевать. Просто урод. Сейчас паук встал. Сейчас пауки со сторонки плачут. А, мы здесь строим дом. Не плевать, что они там. О, короче, сразу так сделаем. Так удобно. Па-па-пам-па-па-пам-па-па-пам-па-па-пам-па-пам. Надо еще дерево. Хотя ладно. Сейчас начнем становиться. Так, ну, я не знаю. О, овца, кстати. Три овцы. А, не две. Одна черная. Она не по цвету кожи, если что. Делаю, как обычно, домик 4 на 4, потом буду расширять его. Я знаю, что у нас небольшие проблемы. Помогите. Так, надо создать оболочку. Хотя зачем я делаю этот слой? Эх. Ай, ладно, плевать. Просто доски нужно зря трачу. По округе все это сделать. Я не знаю, сколько досок. Классно. Ну да, жестко. Ненавижу это. Чуть-то пора нет. У меня мать полтысячи лет. Мы восстановим всю землю. И что это такое? Что это надо спросить? Ну ё-моё. Да ну ё-моё. Ну что так, моя папа? Ладно, погнали строить. Нет. Раз, два, три. Классно, просчёт. 3 на 4 мне не нравится. Будем перестраивать.
Вообще начал прям жестко, как неудачно. Но! Классно, обожает. Просто пипец. Просто пипец. Это мягко ковыряешь. Ну, хоть и доски всего, что надо снести. Ну, кстати, нам зато не надо будет. Хотя нам сюда будет. Пипец. 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 Все-таки 4 на 3 получилось. Так был 3 на 3, сейчас 4 на 3. Да плевать, еще бесит. Навяжу уже. Так, ну все. Короче, такой домик у нас будет. Мне плевать. 4 на 3 получилось, но твои проблемы. Да! Блин, говно. Ну, что-то просто полдня тупо. Вот я вот играл... Игрового времени потратил, хрен знает сколько. Вот это все ломание, перестраивание, до сих пор не про... Ай, плевать уж. Это как на контроль уж, плевать. А дуб как падла далеко растет. Нельзя туда по пути. Вот поэтому так долго видео не было, я боли. Сколько записи-то идет, я не заметил. Блин, не смог. Не попал пальцем. Не знаю, наверное, все-таки сегодня стрим будет. Наверное, 8, возможно. Это не точно. Кстати, я же снял видео по Brawl Stars. Начал выкладывать. Короче, и оно что-то удалилось и не снялось видео, короче. Вот я вам правду говорю. Сундук мегаящиков, который я открывал за 9к и за старпоинт. И там сундуков, которые я открывал. Ничего не выпало. Вот вы не поверите. Да я рекордсмен, понятно вам. Мне скоро будет... Мне кажется, я набью, когда 12к, если я набью. У меня такой, здрасте, ни одного мифика нет. Чисто невезение такое. Просто летит все. Фарт не работает. Там войди в жопу. Кстати, скоро Новый год. Новый год! Кстати. Забейте. Вы ничего не знаете. Я ничего не говорю больше. Будет, возможно, прикольное видео скоро. Возможно. На дне точно. Бомбит. За что? Мне еще дерево надо будет добыть дофига. Ну, можно и березу, чтобы из нее верстак скрафтить, палок скрафтить. Все, можно и из березы добыть. Ну, что, как назло, саженцев не падает, потому что около дома посидите, дуб говняный. Фу, сломался блок. Разумеется, сломался. Саженцы 2. Кстати, прикольно. Играю на версии 1.12.1. Вроде как такая. Просто здесь есть сервак прикольный. Моего друга. Я в нем играю. Погнали думать. Мне кажется, это не хватит. Давайте еще нарубим все-таки. Не надо. Главное, чтобы хватило. Ну, что буду бегать, всех убивать. Наверное, в шахте буду рыться. Суперкрафт 2. Придется делать. Старый мельница хранился. Бичка, нет. Даже полдома не готово, ё-моё. Хоть не готово всё-таки. Бичка, наверное, придётся так. По старому русскому способу. Хотя я верю, что он русский, но не плевать. Для меня будет русский. Зомбаки уже попробуют. По полной.
Десант. Ну только что у нас взял двойные. Пизде. Мы, во-первых, через них мобов бить. А во-вторых. Ничего. Ну так-то свет будет. Зато плюс небольшой. А свет нам тоже надо. Так говорю, а. Аж сам противно слушать. Выйдем, справим и сбежим. Я вас не знаю, вы меня не знаете. Наговорились. Все. Да. Две доски. Ну все, попали, короче. Так. И чё? Ну там зомбаков уже наплавало. Да ни хрена себе тут. Ну, что-то мне кажется, зовато. Пацаны, мне кажется, у вас что-то многовато. Тоже спавню. На палочке. Спалил след, что ли? Тихо. Слышим, когда спускаю его скелета. Ему пароль заберет. Только бы достаточно. Беги. Беги. Ну все, слава богу, все выжили. Все хорошо. Наверное. Ну да, конечно. Надо печку делать. Где, значит, где делаем шахту? Надо, значит, еще палочка сделать. Деревянную кирку. Есть. Палки. Еще лист. Деревянную кирку мне не жалко. Кстати, где деревянная кирка? Хотя надо посадить. Ткнуть туда. И воткнуть туда. Вот это. И выходить не надо. Конечно, вообще ни хренашеньки не будет видно. Вообще ни капли прям. Сколько? 12 минут, кстати. Нормально, давно есть. Но, так что давайте сейчас все-таки завершать будем. Вот на этом моменте прям здесь вот остановлюсь. Вам спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.